Мне страшно. Вчера ночью получили сигнал о помощи. Прилетели, а здесь никого. Старший метеоролог Иванов. 10 лет безупречной службы на этой станции. Второй метеоролог Дроздов. Твари! Продали! Плюс парень детдомовский. 19 лет. Что он здесь забыл? Стреляли в того, кто был за дверью. Почему? Помогите! Со страхом. Пропали двое туристов. И тоже в этом районе. Спелеологи. Любители. Ирина. Ромаш. У них любовь. И они убивают мужа. Это либо ты, либо она. Да когда бы я успел? Оставьте меня в покое. Это мог быть Йети. Все люди умирают. Ну, стоять! Естественно. Но наш-то как раз неестественно. У нас проблемы!